dem Krieg? Ja, nein, aber von nach Stalingrad, der Krieg ging mir bis Mai 45. А потом, где вы воевали после Сталинградской битвы? После Сталинградской битвы, Курская битва. Курск ранговый. Ахо, я не Курскову, да. Потом Мелитопольское направление. Там Мелитополь, да, со стендером Украины. Yeah. Освобождали немецкое поселение, Октоберфельд. Вот очень тяжелые бои были. Октоберфельд. Такой поселок есть. Октоберфельд. Там жили немцы. Das war eine Siedlung, Oberfeld. Da war für ihn der Krieg zu Ende. Потом, значит, освобождали Киев, Борсово-Шевченскую битву, тоже по Курзе. Окружили 10 дивизий немцев. И оттуда уже И наше приказное именование стало Сталинградская и Корсунская. Unsere Division bekommt gerade für die Kämpfe bei Kiew also diese Ehrenauszeichnung. Потом освобождал Молдавию, Польшу, и закончился город Глагау, где уничтожили, значит, крепость была немецкой, там дивизии Великой Германии. Ну это уже Германия. Да, да. Also, это уже конец войны. И что характерно, такая война была, такая ненависть была, все. И мы с Николаем Степановичем поехали в Германию, и что вы думаете, мы вели переговоры, так сказать, дружеские с ветераном примирения. Первое примирение было у нас в Германии. Это город Дестрига, с капосбоком Герцен Пасс. Священник немецкий приехал, и священник наш. И с тех пошло примирение, с ветеранами встречались в Волгограде, я приглашал в гости ветеранов, были у Николая Степановича, ветераны немецкие были. Мы общались. Врагами были, но потом примирились.